Что там есть еще? Еще есть, да? А, Катюня, слышишь? Воду. Та, что очень необходимо в Николаеве, отправляем на Николаев. Друзьяки, спасибо. Тут у нас люди случились. Заходили кофейка, выпили, говорит, о, Липован, мы видим, вы делаете хорошие дела. Короче, они съездили быстренько на оптовый рынок и привезли. Тоже чуть-чуть немножко хороших дел. Там картошки навезли, воды богато. Это отправляем Серегу на Николаев. Я за что хотел сказать, ты понимаешь, даже погода в Одессе заодно с нашими действиями. Так что, Серега, и на себе еще привезешь, выжмешь, так и там пригодится. А что я хотел сказать, я же не поздоровался еще, нет? Друзья, всем привет, с вами Дескай Липован. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, хорошая весна. Самое главное, чтобы была тихая и мирная вам в каждый дом. Что, я долго говорить сегодня не буду? О, я тебе песню спою, да? Давай. Пока будем Серегу грузить. Как грузить? Загружать. Черноморская даль, ты в ночи навивай сладкие сны. Песни ты распевай, город светлой моей первой любви. И везде, и всегда слышу голос твой. Ты волною звенишь, ты шумишь листвой. Не напрасно ты зовешь, ты действительно хорош. Ты действительно хорош. О. Кто-то подыгрывает. Ах, Одесса моя ненаглядная, без тебя бы не смог, вероятно, я не душою молодеть. Не шутить, не песни петь, не шутить, не песни петь. Эх ты, давай работать. Мне нужно еще пакет овощей собрать. Катюня у нас этих овощей. Давай, гайгуй. Леночка. Ага. Тут все, кто проходит мимо, не проходят мимо, все помогают. Так, ты помнишь, да, раздвигай, короче, Елисейкины игрушки собирай. Перекуривай, спокойное время есть. Серега наслаждается Одессой. Спасибо, ничего себе! Спасибо! Шо? Катюня заслужила? Так, что, пакеты где-то есть, тут буряк, картошка, цибуля. Ребята, это у нас вторая половина вот того розыгрыша, что было с идеальной парой. Вчера на Харьков мы отправили, по моим подсчетам, там почти 400 граммов. Слава богу, что новая почта работает, посылка поехала. Как это? 11 посылок по 30 килограмм. Ну да. Да. Угу. Это 11 только туда, еще же одна той женщине, которую мы не смогли доставить, угу, тоже за компанию, и кому-то там еще лекарства, так что все нормально. Что хотел сказать? Это вторая часть нашего этого розыгрыша, когда в идеальной паре разыгрывали обувь, насобирали там 12500, мы благодаря вам немножечко добавили, и вот как это, индийский фильм из Одессы родом готов, это вторая серия. Дай Лене пакеты. Там можно. Так надо не пакет, кидай прямо сюда. Это куда? Кому? Нет, на Николаев? Это не на Николаев. Это мне нужен это один кулек. Пакет на Николаев, и там еще штук 6 сегодня придут, заберут. Сейчас. Картошку, лук и морковку и буряк. Ага. Там есть морковочка мытая, хорошая, недорогая. Угу. Смотри. Ты прям хочешь вот сюда, да? Давай, помогай. Бери морковку, кидай. Ты любишь морковку? Кушать любишь? Да. Сейчас я устрою. Мала принесла такого котенка маленького, а ему жалко стало, ее забрали к себе, а не с этого был. О, доброго вечора, мы из Украины. Алло. Ким звонит, не? Здравствуйте. Сегодня же на Николаев у нас. Так, ну ты тут чистый. На, дорогуша, тебе морковку грызи. Да, я подойду, я уже поняла. Я приятного аппетита. Что, воду почти пацаны загрузили, да, идем, там, и там, есть, конечно, там есть мешки что-то еще засовывать. Так, макароны туда? Макароны сюда. Оставь мне один пакет макарон, я дам ребятам там из, не помню уже откуда. Из Харькова? Наверное, нет, они, по-моему, тут, не тут есть, короче, есть? Оставим. Что у нас тут? Рис, горох, манка. Ну, бери. Пшенка. Так, вот спасибо большое, Наталья. Сахар и овсянка. Доехал вот такой вот красавец до нас. А, что хотел сказать, елки-палки, это с приветом из Днепра, смотри, что люди делают, ручная работа, украинский хоббит добра, ребята, чтобы вот такой чудик был в каждом доме, понимаешь? Ты красава, украинский хоббит добра, елки-палки, слышишь, надо теперь за это мультик снять. Давай, что ты хотела говорить? Мне нужен макароны пакет. Одни не трогать. Нет, то, наверное, вдвоем возьмем, ты, как это, спину не пружинь, потому что там 50 килограмм чистого сахара. Где-то дефицита у нас его есть. Что?
Сейчас, 2 секунды. Аккуратно. Понял. Так, что говори? Вода, макароны. Сахар, может, он потяжелее. Нет, это не сахар, это... Я не фотогеничный. Все нормально, у нас тут... Туда дальше? Да. Засовывай дальше. Ну, я... И вот так. Встала. Давай, давай, давай. Закидывай. Давай. Опля. О, у кого это такой размер? А? Так у тети Сары, так пощупайте, елки-палки. Давай, 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 шухер, тихо. Я уже аж представил, как щупают. Надо же пакетики дать Серому. У нас еще есть, есть. Серега, тебе же пакетики еще надо будет дать, да? Пакетики что, тебе сейчас дам. Все нормально, ничего не надо, все порядок. Так. Пасочки остались. Это вот сюда? Да, да. Порционно. Саня, сделай молодому человеку кофе, чтобы пил и щупал. Так, тут есть паска. А поставь на стол, я сейчас разберусь с этими пасками. Ладно, ладно, давай. Бери этот. Серега, тут яблоки, слышишь? У вас сейчас Сандора не работает? Пока нет. На, будет работать. Раздашь детям и бабушкам. А, еще яблоки есть. Откапывай все. Давай, дотягивайся, порядок. Сколько тебе макарон доставить, Катюш? Да мне, ну, оставь пару пакетов. Не знаю. Пакеты вот, вот, не... вот вермишель и ракушка, да? Все, по-братски, 3 тебе, 3 Сереге. Серега, на вермишель, тоже детям. Идем, закидаем. Что там, дать вам пакет корма куда-то? Есть живот? Ну да, да, дай. Собачьего? Ну, там можно и кошачьего, кажется. Какого дать? Кажется, сегодня есть, сухого. Кого там кормят? Собак, котов? Там всех кормят. Катюша, ну, всех кормят, ты чего? Ну, один собачий, один кошачий. Помни мешок набирать? Договорились. Да, нет. Не, не, все, стопе, пока. Кот, собака, да? Ты что, читать умеешь? Мяубургер и гаубургер. Ты поняла? Поняла. Так, все, гайгуй. Сейчас дадим тебе и кульки, все будет нормально. Слышь, а что, хоть чуть-чуть подсела твоя машина? Ну, ёшкин кот, слышишь? Катюня? Та еще можно пару тонн грузить. Вот хороший тазик, да? А мы вчера здесь махач делали. Японцы против немцев. Короче, подъезжает вчера Валера, тот, что обувью занимается, с которой мы это устраивали, благотворительный розыгрыш. Открывает свой Мерседес. Раз сиденье положил, два сиденья положил, понял? Какой? Какой-то длинный, какой Мерседес? Какой-то хороший, вот как Lexus, только больше, понял? Пипец. Влезла сразу, я думал, что на двух машинах поедем. Не, нифига. Почти как твой, просто у тебя высокий, а у него длинный. И такое тоже бывает. Так, мне еще один пакет, вот ты, Лене, сказал собрать овощи. Ты самое главное, зачем мы гоняемся уже 1,5 недели, батарейки на слуховой аппарат. Да, уже купили их, пакет мне с овощами. А где она? Да? Кто? Батарейка. Батарейку я дам, пакет с овощами добавь мне. Чуть не забыл. Это, ты знаешь, сколько мы здесь аптек облохматили? Они не в аптеках продаются. Ну, вот в тех местах, которые называются не аптеки. Тихо. Один пакет вот такой зеленый с паской. Вот этот вот? Да. Любой. Туда нужно добавить овощи. Паска есть? Так тут и овощи есть. Все. Тут овощи есть, да, это полный комплект. Все, вот батарейки я сюда. Покажи людям, как... Вот сюда же батарейки? Ну, вот такие. Да, я хоть сам по сути не видел, как они выглядят. Ага. Так, вот это вот... Как не на часы? Да я не знаю, какая-то, смотри. Ну, они там как-то ваты, что-то там, они по размеру 13, 14. Смотри, у меня раньше такой пистолет был, и туда как будто бы пистоны вставлялись. Оказывается, есть такие батарейки, первый раз вижу. Тут что, 2 упаковки, да, взяли? Это тебе лично, Сереж, в руки, и это адрес, кому надо. Это вот с этим пакетом, Сереж. Я понял, понял. Все, туда. Раз, два, три, четыре, пять, по 200 штук. 1000 штук хватит тебе, да, там разгрузить. Это вот царапай. Ребята, Новая Украина, молодцы, помогают, спасибо. Помогают нам помогать. Ребята, будьте здоровы. Так, говори, куда тебе это все дело всунуть. Есть там куда? Скажи, что как дорога на Николаев проехать, можно спокойно или есть препятствия? Может, там кто собрался домой ехать?
Все спокойно. Все спокойно, можно ехать, слава богу. Ставлю, наверное. Так, это вот сюда. Или, давай. Или подожди. Давай, давай, давай. Я тебе сейчас вот кульки туда кину. А сколько времени дорога занимает вот из Одессы? Два часа. Два часа. В зоопарк потом поедем. Там, говорят, в Николаеве зоопарк хороший. Правда? Самый лучший в Николаеве. Самый лучший в Николаеве. А мы были там разочек? Мы детей туда повезли. Павлины красивые. У вас там все это. И рыси, и снежный барс там есть. И зебры даже интересные. Вот как наш зоопарк, только то ли больше он. Да? Че, и у нас такой будет. Все будет нормально. Качественнее. Качественнее. Кормят качественнее. Но он всегда славился, Николаевский зоопарк. Да, да. Долго то мы сегодня не будем. Сегодня короткое видео. Серегу отправили. Так, ты пей кофе, мы с тобой еще не прощаемся. Друзьяки, как это, слушайте музыку родом из Одессы. Подписывайтесь на канал. Что-то комментируйте. Всем мира, добра. Давайте с приветом из Одессы. Пока. Чао.